На видеосервисе «Кинопоиск» состоится премьера 16-серийного детективного сериала «Чужой», выход которой ожидается 23 марта. В центре сюжета сериала Владимир Орлов, который много добился в банковском бизнесе. Но однажды наступает момент, когда Владимиру нужно срочно скрываться от полиции, а для этого он решает уехать за границу. Но сделать это будет совсем непросто, и он сразу понимает, что живым ему не уйти. По его следам идет не только уголовный розыск, но и разъяренные бывшие партнеры, жаждущие расправы. Так Владимир оказывается на границу с Финляндией в маленьком городке. Затерявшись, бывший банкир начинает новую двойную жизнь. Идет на работу обычным следователем и разбирается в местных преступлениях и попутно пытается скрыться от нанятых по его душу киллеров. Владимир изучает все возможности перехода границы, но время уже на исходе и цепные псы идут по его следу. Главные роли в сериале исполнят Дмитрий Петрухин, Кирилл Плетнев, Марьяна Спивак, Александр Бухаров и другие. Премьера 16-серийного детективного сериала «Чужой» состоится 23 марта на видеосервисе «Кинопоиск». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.